воды здесь уже больше, чем по колено. Пройти дальше мы, к сожалению, не можем. Как видите, затопило несколько десятков дворов. Самая сложная ситуация на улицах Пономаренко, Луговая и Озерная. Силами МЧС и местной администрации воду со дворов и дороги откачивают. Работает несколько единиц спецтехники. Как всегда, у нас вышла речка из берегов. В этот раз у нас, в принципе, все нормально. Мы уже как-то к этому готовы. Поэтому единственное, что отрезанные от мира. В многоквартирных домах вода зашла в подвалы и подъезды. Жители совместно с управляющей компанией вычерпывают ее своими силами. У некоторых сейчас выключено электричество, не работает отопление. Мы сегодня в 7 утра проснулись, смотрим, лужа какая-то со стороны реки в нашу сторону, в сторону дома. Через час дом был затоплен уже со всех сторон. Света у нас нет. А нет света, у нас нет отопления, у нас дом без отопления. У нас там бабушки старенькие лежат, ну вообще холодно. Надеемся, что нам подключат свет и как бы тепло у нас будет. Ситуация взята на контроль Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю. Силы спасателей переведены в повышенную готовность. Сергей Потяков, Андрей Чеснов, Кубань-24, Горячий ключ.